Вітаю вас зі святами, що вже пройшли, і з тими, що ще передбачаються. Поміркувавши, куди вирушити у першій після новорічній програмі, я вирішив обрати місце, куди хочеться повертатися частіше. Тому зараз я майже як вдома. А ось де точніше, зараз запитаємо у наших зупинчан. Можна вам парочку вопросов задать? Хорошого дня. Здравствуйте, можно вам парочку вопросов задать? Можно. Это очень быстро. На какой остановке мы с вами находимся? 14-й квартал. А вы знаете, почему она так называется? Не знаю. Никогда не задавались вопросом? Не знаю, почему 95-й называется квартал. Кривой Рог. Это все так запутано. Скажите, а на какой остановке мы с вами находимся? 17-й квартал. А вы знаете, почему она так называется? Ну, бо есть 95-й, значит, должен быть и 17-й. То есть кто-то считал, я читал именно до 17-й? Ну, я думаю. Здравствуйте, а можно вам парочку вопросов задать? Точно? Это простые вопросы. Давайте. На какой остановке мы с вами находимся? На 17-м. А вы знаете, почему так именно называется остановка? Нет. Никогда не задавались вопросом? Да нет. 17-й квартал. А знаешь, почему она так именно называется? Наверное, где-то есть 16-й и 18-й. А между ними как раз? Да, 17-й. 17-й квартал. А вы знаете, почему именно так она называется? Не знаю. Назвали так-то и все. 17-й квартал. А вы никогда не задавались вопросом, почему она так называется? Всю жизнь была 17-й квартал и Ленина. Как бы Ленин или 17-й квартал, без разницы. А можно вам парочку вопросов задать? Это очень быстро. Скажите, а на какой остановке мы с вами находимся? 17-й квартал. Почему она так называется? Я не знаю. Никогда не задавались вопросом? А если предположить, почему именно 17-й квартал? Ну, может, город поделен по каким-то частям и распределили по кварталам. 17-й квартал. А как вы думаете, а почему она так называется? Не знаю. Никогда не задавались вопросом? Нет. А если предположить? Не знаю. На всех картах указано, что эта остановка называется улица Самотечная. Может быть, переименовать Самотечную, чтобы... Не чув ни разу. Не слышали о таком? Я знаю, 23 лютого тут, а тут Самотечная начала. Самотечная, вот, как раз сверху туда идет улица. Первый раз чув. День, не слышали? Вот, будете знать. А если переименовать, допустим, остановку 17-й квартал в Самотечную? Да не, 17-й долго уже тут называется. Все привыкли? Ну да. Может быть, переименовать в Самотечную? Можно. То есть, ну, лучше скучно будет, наверное. 17-й все-таки, да, круче, уже все привыкли. Приелось уже, да. Да, я думаю, не стоит. А почему? Ну, привыкли уже все. Это сколько денег надо переименовать улицу? Скажите мне, будь ласка. Одну табличку поменять. Надо. Не, очень много меняют улиц, и сколько денег уходит, а люди остаются без пенсий. Ну, 17-й квартал привыкли уже все, как бы. Самотечная, как бы... Никто, много, мало кто знает Самотечную. Самого Самотечного мало кто знает. Да, это точно, да. Лучше Народное. А почему лучше Народное? Ну, оно проще. Ближе к народу. Да. Да нет. Почему? Больше нравится 17-й квартал. Yeah.
Скажите, а если бы вы переехали куда-нибудь из этого района в какой-то другой, зачем бы вы больше всего скучали? За парком. Вот здесь вот за домами очень хороший сквер. Советуйте приезжать с города, погулять в нашем парке, в нашем сквере. Вообще, да, мне этот район очень нравится. Если бы сюда уехал, я бы никогда не скучал. Почему? Потому что это Кривий Рог. А если вы уедете, допустим, с этого района, зачем больше всего вы будете скучать? Да за всем, за друзьями. А вот из местного какого-то колорита? Да, ну не знаю, за самой местностью. Там будет непривычно, а тут нормально. Хороший район? Да, отличный. Я даже не знаю, зачем здесь можно скучать. За друзьями? Ну, может быть. За людьми, которыми здесь прожил очень много лет, где уже привык жить. Ну, я живу на Даманском. Поэтому вам не о чем скучать на 17-м. Ну да. А если бы, допустим, вы переехали куда-нибудь с этого района, зачем бы больше всего скучали? Наверное, за коллективом. У нас народ веселый на 17-м живет. За коллективом района. У нас тут свой коллектив, профсоюз есть. Спасибо большое, хорошего дня. Продать все, что ти продаєш. Виявляється, це місто підвладне магії чисел. Якщо у році 2015-му скласти двійку та 15, отримаємо 17. Якщо 17 помножити на 2 та відняти 11, отримаємо 23. Зараз ми будемо йти по найдовшій вулиці нашого міста і запитаємо у перехожих, що вони про неї знають. Пішли. Хорошо. Здрасте, ви уїжджаєте? Хорошого пути? Здрасте, можна парочку? Очень простые, не политические. Нет, хорошего дня вам. Это я знаю, это программа «Город», да? Да, да, да. Вы не хотите? Не любят эту передачу. Видимо, не любят мою передачу, уходят люди. На какой улице мы с вами находимся? 23 лютого. Почему она так называется? 23 лютого, 22 февраля была закончена война. Ну и в честь этого, 23 февраля, первый день, когда была освобождена наша держава. На какой улице мы с вами находимся? 23 лютого. А почему она так называется? Ну, в честь, наверное, победы. Скажите, на какой улице мы находимся? На 23 лютого. А почему она так называется? Не знаете? Никогда не задавались вопросом? Хочу вспомнить. Дело в том, что уже было по телевидению, показывали, спрашивали на 173-м, что Тухачевская, да, это одна ваша компания, да? Это даже я был. Да, ты был, да. А правда, что же она 23 лютого? Ну вот, придете домой, посмотрите в энциклопедии. Это улица 23 лютого. А почему она так называется? Ну, в честь, наверное, победы. День Победы? Февраля, наверное, да. День Победы? Не, ну не День Победы, но 23 февраля был день Советской Армии, праздник такой был. Ага, вот. Скажите, а на какой улице мы с вами находимся? На улице 23 лютого. А почему она так называется? Мы с вами находимся на улице 23 лютого. А почему она так называется? Ну, это я вам не скажу, не знаю. На какой улице мы с вами находимся? 23 лютого. Почему она так называется? Ну, во время Второй мировой войны была памятная дата, скажем так. И вы думаете, в честь какой-то памятной даты назвали? Да? Вероятно, да. 23 февраля, наверное, что-то с мужчинами связано. Может быть, Советская Армия тогда, вот с армией что-то. Вот абсолютно верно. День Советской Армии. Это, день да. Вы знаете, что 23 лютого самая длинная улица нашего города? Да, знаю. Как вы думаете, где она начинается и где она заканчивается? Начинается она на Роковатой, возле станции Роковатой, и заканчивается, ну, вплоть до Косыгина, в принципе. А где начинается 23 лютого и где заканчивается? Роковатой заканчивается на Косыгина. Ну, почти, чуть дальше Косыгина заканчивается. Ну что, на Косыгина последние дома возле заправки 23 лютого. А какой адрес? 127 дом последний. Это последний, да? Да. Где начинается 23 лютого и где заканчивается? На Роковатой. Начинается, да? Да. А заканчивается? А заканчивается, ну, здесь, наверное, на чертову, на Косыгина. Чертову Косыгина? Ну, не, на чертову мост называется, но на Косыгина. А, я понял. Начинается с Роковатой, с той стороны, и заканчивается, наверное, туда, ближе к Косыгину. Да вот она начинается, вот здесь вот. Здесь же и заканчивается? Нет, здесь не заканчивается. Начинается она у нас на руднике Ленина, а заканчивается она на станции Роковатой. Начинается она в районе станции, не станции, скажем так, улицы Центральной, остановка Центральная, и заканчивается в районе Роковатой.
Если перенимать улицу 23 лютого в улицу 14 октября. Хорошая идея? Нет, плохо. Пусть будет так, как оно есть. То есть. Как привыкли? Как привыкли, да. А в чем разница? 23 февраля день Советской Армии, а сейчас у нас день Украинской Армии 14 октября. Да, ну я в этом не вижу смысла. Бессмысленно, да? Ну да, когда привыкли уже, то пусть будет как есть, зачем. Ну а какого смысла? Ну, 23 февраля день Советской Армии, а сейчас президент сделал 14 октября день Украинской Армии. Ну это будет правильно. Ну это же Октябрьская революция, а сейчас уже она не надо. Ну, я человек верующий, поэтому я отношусь к этому нейтрально. Я верю в то, что Бог контролирует землю сейчас, и он наведет порядок в скором будущем. Как правильно, рудник или рудник Ленина? Рудник Ленина. Рудник? В словаре смотрел. А почему все говорят рудник? Ну, наш жаргон такой местный. Рудник. Рудник все-таки. Рудники, да. Рудники – это копалини на украинской мове. Это то есть подземным способом, наземным, подземным добывали корисні копалини. Рудник Ленина. Рудник Ленина. Рудник. Рудник. Скажите, как правильно, рудник или рудник Ленина? Рудник. Рудник, правильно. Да, ну а раньше вообще была калы рудник. Раньше еще, в те времена я на пионеры родился, то казали, что рудник был. А потом что-то начали уже балакать, что рудник все. Как правильно, рудник Ленина или рудник Ленина? Рудник Ленина. Рудник все-таки. Ну рудник это по-украински, ну так хоть мы и живем на Украине, но пусть будет рудник Ленина. У нас 17 квартал называют, поэтому много есть названий остановок. Много имен у этих, в этой местности. Вероятно, рудник, так как железная руда. А почему называют все рудник? Ну просто мы ж город Кривой Рог, многие на суржики говорят. Люди неграмотные. Как хотим, так и называем. Хотим, так говорим, да. Ага. Спасибо большое. Все, хорошего дня. Спасибо. До свидания. Ну вообще рудник, ну, наверное, уже рудник ботинок Ленина. Поэтому надо переименовать весь рудник. Рудник не всего Ленина. Да, вот так и сделал. Ботинок Ленина. Ленина снесли, жалко. Хорошие ботинки, но мы еще походим немножко, посмотрим и потом, если что, подойдем. Дорогие друзья, даже многие жители этого района, наверное, не знают, как называется вот эта улица. Но нам все-таки, как работникам Руданы, очень приятно. Она называется улица Руданского. Названа эта улица в честь поэта, прозаика и знаменитого врача, фамилия которого Руданский. Йшли ми по найдовшій вулиці міста зовсім недовго, бо йшли ми від зупинки до зупинки. І зараз ми дійшли до такої зупинки, яка може вважатися наймолодшою в нашому місті, бо її перейменували зовсім недавно. Пішли, дізнаємось, що знають зупинчани про це місце. Пацана, давай, пока идем. Можно парочку вопросов тебе задать? Это будет очень быстро и очень легко. Да? Все-таки да. Как называется остановка, вот, которая здесь? Восьмая больница. А как она раньше называлась, знаешь? Нет, меня тогда еще не было. Кинотеатр? Нет, не знаю, не знаю. Шевченко. Скажите, на какой остановке мы с вами находимся? Вот я даже не знаю, это остановка. А как вы сюда доехали? Ну, доехал, вышел с автобуса. Зупинка, восьма горбольница. Да. А вы не знаете, как она раньше называлась, эта остановка? Без понятия. А вы не знаете, как раньше называлась? Не помните, как раньше называлась эта остановка? Нет, а связано с кинотеатром это было. Может и был. Кинотеатр Шевченко. И совсем недавно ее переименовали в восьмую горбольницу. Про 200 лет Кривому Рогу. Да, а сейчас спрошу про эту остановку. Давайте, по-быстрому. Вы еще не едете? Чего? Вы просто сильно много времени тут проводите. Скажите, как называется эта остановка? Шевченко. А говорят, восьмая горбольница называется. Ну, потому что рядом больница тут уже за школой сразу. Так народ и привык, и кажет теперь восьмая горбольница. Как правильно, все-таки Шевченко? Ну, называют, да, Шевченко, а вообще горбольница восьмая, она тут рядом.
Почему кинотеатр назвали именем именно Шевченко? Как вы думаете? Ну, Шевченко – это же честь Тараса Григорьевича Шевченко. Да, Шевченко был, выступал, значит, Шевченко. В кинотеатре? Да. Шевченко выступал в этом кинотеатре, ты думаешь, поэтому как бы в его честь назвали кинотеатр? Ну, да. Как вы думаете, а почему именно именем Шевченко назвали кинотеатр? Ну, потому что Шевченко. Он же с кино никак не был связан. Нас много называли кинотеатры, все называли именами знаменитостей. Это наш народный писатель, поэт, конечно. Только надо было Шевченко назвать. Почему именем Шевченко назвали кинотеатр, как вы думаете? Ну, в честь дня рождения его, наверное, да? Ему сделали подарок, да, такой? Да. Подарили кинотеатр. Потому что, наверное, писатель наш родной. Любимый. Но он же к кино никакого отношения не имеет. Нет. Ну так захотелось, назвали. Кому захотелось? Без понятия. Як помру, то поховайте. И кинотеатр мною называйте. А какие фильмы по произведениям Шевченко ты знаешь? Не смотрел. Не ни знаю. Одного? Ни одного. Ну, снятые по произведениям Тараса Григорьевича. Даже не знаю. Не попадались, да? Нет, конечно. Как вы думаете, вообще есть такие? Я думаю, есть. Да? Должны быть. Надо посмотреть. Надо посмотреть. Я думаю, что должны быть. Какие фильмы по произведениям Шевченко вы знаете? Ну, не знаю, честно, никакого. Ни одного? Нет. Они есть вообще, как вы думаете? Наверное, да. Да? Надо посмотреть. Думаю, стоит. Спасибо большое. Хорошего дня. Хорошего спасибо. Вечера уже. Ну що, друзі, які висновки можна зробити з нашої сьогоднішньої подорожі? По-перше, це місце дійсно дуже багате на числа. Ми йшли з 17-го кварталу по вулиці 23 лютого і до зупинки 8-ма міська лікарня. По-друге, майже посередині нашого шляху нам зустрілася вулиця під назвою вулиця Руданського. І по-третє, відчуваєш себе дуже добре, коли ти поруч з домом. Ну все, зустрінемось на зупинках, до нових зустрічей в ефірі, а я додому, бувайте! На 9 завтра. Я микрофон в шарф запутаю. Что? Почему все уходят с остановок, когда мы снимаем? За микрофон уже. Ты думаешь? Это очень страшный микрофон. Чёрт. Хоть шапку сниму, чтобы красиво видеть. Да, это много менять. Все, хорошего вам этот, ни этого, ни жезла, мою ни гвоздя. Снимите, пожалуйста, чтобы весь город побачил. Так и так бачу весь город. Отсюда до 163. Куда вы будете еще это снимать? Я приеду, вымою ее специально. Я сейчас не при параде, мне надо снимать. Чего? Вы очень хорошо выглядите. Спасибо большое. Чуть не при параде. Ну, в платьях не попадаются люди на остановках, в шикарных, в вечерних. Блин. А я буду сніматися тільки в платі шикарному. Хорошо, коли під'їхати? Да? По-друге, посередині цього шляху перетинає...